Здравствуйте, ребята! Сегодня сравним с Moto G5. Это вот сюда Galaxy A5 2017 года, как на Moto G5. Снизу да, 5,5 дюйма. И ярко давайте получаем вот эту кнопку. А проверка с большим камерой. Включаем кнопку, узнаем, поехали. Подставим телефон на место, и будет сравним, как настоящие. Но сейчас будет без звука, как на Galaxy A5 случайно, как есть. Но что случилось? Да это G5. Случилось, что такое за G5, это компания Motorola. Давайте случайно получится A5. Ну и еще есть. Что же со смартфонами Motorola случилось? Зависает одну минуту. Ну и что такое за версия 7.0 наугад? Прости, главная разблокировка Moto G5. Или Moto G. Разобраться Moto G5 поколения. Или Moto G3. Ну что такое снизу на камеру какое-то первого поколения? Давайте еще. Давайте я продаем версию. Ну и что такое Android 7.0 наугад? Ну и наугад какой-то версии статуса. Или объект меню статуса. Обмен кнопку. И еще сегодня распаковку Moto G5, которая случится в первом бренде. Начнем, как настройки, как у меня. Добавить удаление Google Chrome. Dispoint. Discord какой-то. Dealord. Или Snapchat. И Wakedan. Получается, как на 74%, как у меня. Можно на пятому. А давайте обвести наше приложение. Не камера ваши фотки. Ну я прощаться. Давайте поиграем в GTA San Andreas. Можно что-нибудь поиграть в GTA, как на вашем компьютере и вашему на Moto G5. Разве что это платные игры. San Andreas можно скачивать на любом игра для мужчин. А можно добавить в Moto поиграть только для взрослых. И версия 7.0 и всем прощайтесь.